мы идем, и нет преград. Нас не остановить. Вот мы идем, не ждем наград. Нам нужно победить. Totally Spice. Остров Фиджи. Ты обошлась, любимая. Мне холодно. Скорей! Скорее! Ледяной король. Беверли-Хиллз, старшая школа. Какой ужасный тест придумал этот вредный мистер Бенсон, да? Чудовищный. Я думала, он будет легким. Что это? Дорогая Кловер, красные розы смотрят в окно. Давай пойдем с тобой в кино. Ой, любовные стихи. Кто-то вроде того. А от кого это? От Дэрила. Он ходит за мной всю неделю. Кловер, что ты делаешь? Я не собираюсь идти на свидание с президентом шахматного клуба. Почему? Мне нравятся более современные парни. Кловер, ты получила мою записку? Да, но, к сожалению, я очень занята. Но я даже не назначил тебе день. У меня очень плотное расписание, понимаешь? Да, понимаю. Теперь ясно, почему все тебя так называют. Как? Снежная королева. Снежная? Неслыханно! Он не знает, что во втором классе я была мисс Солнышко Золотое. Ты сама себя выбрала. Отстань. Джонни берет пример с мистера Бенсона. Не знаю, что хуже, тест или это задание. Здравствуйте, девочки. Как у вас с экобиологией? Это подвох? Остров Фиджи. Фиджи? Это похоже на Аляску. Там странным образом изменился климат. Даже вулканы извергают лед. Ура! Вот именно. Этот феномен распространяется на все экваториальные острова. Парниковый эффект только наоборот. Ледниковый эффект. Верно. Это угрожает катастрофой для экосистемы и всего человечества. Вы начнете свою работу на острове Занзибар. Там тоже происходят эти странные перемены. Вы будете репортерами журнала «Geography International». Нам выдадут диктофоны? Нет, я выдам вам шариковые ручки. Это дротики со снотворным, которые реагируют на тепло. Радиус действия 100 футов. Класс! Вам понадобится зонт со стальным стержнем, чувствительные к холоду браслеты, а также помада с лазером и эти симпатичные сапожки. Ты шутишь? Это модель прошлого года, и они не подходят к моей шапке. Это всепогодные сверхлегкие сапоги. Вместе с коньками. Потрясающе! Я куплю себе новую шапку. Остров Занзибар. Здесь так тихо. Настоящий снежный рай. Дэрил сказал, что все называют меня Снежная королева. Что значит «всем»? Хотел бы я знать. Всем? Все в школе. Ты тоже учишься в школе. В каких облаках зарождается буря? В кучевых или в перистых? Алекс, забудь об этом тесте. Мы обсуждаем мою репутацию. Причем здесь тест? Ты посмотри! Не надо было завтракать. Ой! Что это? Это ураган. Нужно садиться. Я не могу. Ветер слишком сильный.
волнуйтесь, я знаю, что делать. На помощь! Кловер, я иду. Мы падаем! На счет три, Кловер, раз, два, три! Чуть не влипли! Кловер, ай-яй-яй! Осторожнее! Сегодня не мой день. Журналисты всегда ищут опасности. Это опасности ищут нас. Спасибо, что согласились нас подвести, мистер... Как вас? Зовите меня Кемба. Что ты думаешь об этой странной погоде, Кемба? Если она не изменится, Занзибар станет айсбергом, а не островом. Пора выполнять задание. То есть писать статью, девочки. У меня есть идея. Журналисты могут приспособиться к любой ситуации. Чем дальше от океана, тем холоднее. Обычно на берегу холоднее, потому что океан близко. Жаль, что на полях для гольфа нет обогрева. По-моему, я простудилась. Кловер, ты не снежная королева, а просто неженка. Обычно в этой долине гейзеров туристы принимали горячие ванны. Пар поднимался на высоту 7 футов. А теперь все другое. Кажется, я начинаю понимать, что здесь случилось. Правда? Лед поднимается из недр вулканов. Лед поднимается из гейзеров, а значит, из центра Земли. Но я всегда думала, что в недрах Земли магма, а не лед. Я не сдам тест. Нет, Алекс, ты абсолютно права. Анализ показал, что этот лед на самом деле замороженная магма. Значит, кто-то или что-то изменил температуру земной коры. Похоже. Девочки, мы должны спуститься под землю. Возьмите мой карт для гольфа, если хотите. Так, ты цела? Да, только немного стыдно. Эй, смотрите, это вынесло из гейзера. Это синтетическая ткань. Она может согреть? Да, последние технологии. Ой, по-моему, стало еще холоднее. Да, температура упала на 10 градусов. Нужно исследовать земную кору. Кловер, немедленно звони Джерри. Кэмбо, нам нужно позвонить нашему редактору. Если нужно, мы тебя позовем. Журналисты никогда не отступают. Дайте прочитать вашу статью. Здравствуйте. Я хочу кое-что показать вам. Ситуация осложняется. Холод распространяется за экватор. Температура падает во всем мире. Поспешите, девочки, иначе Земля покроется толстым льдом. И жизнь будет уничтожена. Чего не хотелось бы. Нам нужно опуститься под землю. Лучше... проникнуть туда через Марианскую впадину на дне океана. Наша субмарина будет ждать вас на берегу. Кловер, покажи ему этот кусочек ткани со странными знаками. Так, я сканировал его. Проверю по базе данных и сообщу вам. Будь здорова! Будь здорова! Спасибо. Нет! Ой! Субмарина!
съела куриного супчика. Ой. Хочешь мятную жвачку? Другого нет. Отлично. Зимняя свежесть. Марианская впадина. Мы приближаемся к впадине. А что это за скала впереди? Не знаю, но мы в нее врезались. Опять тот же знак. Это Джерри. Я сделал анализ этой ткани. Это символ, который применял один ученый, доктор Джилли. Мировой авторитет в области глобального потепления. В прошлом году он взял отпуск, и больше о нем ничего не слышали. Странно. Да, Кловер, пей больше жидкости. По-моему, ты простудилась. Спасибо за совет. Девочки, судьба мира зависит от вас. Он постоянно давит на нас. Что это? На нас напали! Ой! Он хочет утопить нас! Но что же нам делать? Куда это он делся? Вода превращается в лед! Скорей! Нас сейчас раздавит! Мы не можем двигаться, перед нами скала! Видишь? Здесь туннель! Давайте выбираться отсюда! Ой, что же? Что это за место? Внешность может быть обманчива! Что теперь? Я больше не могу двигаться. У меня лихорадка. Ты сейчас самое теплое существо на планете. Если бы не жар, я бы посчитала это комплиментом. Мне нравится этот лед. Ой! Доктор Джилли времени не терял. Эта машина охлаждает землю, но я не знаю, как ее остановить. Не надо ее трогать. Доктор Джилли? Он самый. Вы пришли спасти мир? Да, был такой план. Как это благородно. Жаль, что у вас это не получится. Позвольте представить вам моих помощников. Мы же знакомы. Это у вас ничего не получится. У меня уже все получилось. Вы сами видите, что весь мир впал в ледяной сон. Я этого и хотел. Зачем вам это нужно? Всю свою жизнь я занимался проблемой загрязнения планеты, разрушения озонового слоя, уничтожения природных ресурсов. Люди не умеют беречь природу, поэтому я решил вернуть планету в ледниковый период. По-моему, идея прекрасна. Но вы же тоже замерзнете! Какая трогательная забота. Я приготовил место, где я смогу пересидеть стужу. А потом, когда все будет уничтожено, я снова обогрею землю с помощью этой же машины. Элементарно. А вам не будет одиноко на этой пустой планете? Ты знаешь, я люблю одиночество. Но вы правы. Компаньон не будет лишним. Ты играешь в шахматы? Неважно, я тебя научу. Мальчики, ведите сюда эту блондинку. Это настоящая снежная королева. А вам придется провести остаток вечности здесь, в центре.
центре Земли. Здесь холодновато, но привыкайте. Скорее, через 20 минут Земля окончательно замерзнет. Ничего не получается. Сэм, смотри, мы опоздали. Нельзя сдаваться. Доктор Джилли сказал, что Земля замерзнет через 20 минут. Нужно найти его и Кловер. Как мы будем передвигаться? Вот так. Ну и как тебе моя идея? Здорово. Собирается доставить нас на Северный полюс. Надеюсь, что нас не будет трясти. Меня укачивает. Есть более серьезная проблема. Выход тоже заморожен. А зачем же у нас лазеры? Есть идея получше. Держите шляпы, господа. Знала бы я, что попаду на Северный полюс, я бы прихватила список подарков на Рождество. Да, и отдала бы его Санта-Клаусу. Северный полюс. Это и есть убежище доктора Джилли. Алекс, что с тобой? Все в порядке. Я просто споткнулась. Бежим! Я думала, что здесь все замерзли. И ему просто забыли об этом сообщить. Пера. Теперь нужно войти внутрь. Ты можешь нарисовать восьмерку? Могу. А зачем? Мот, я опять выиграл. Да, ледниковый период будет долгим. Извините, что помешали. Ничего, я все равно проиграла. Вы все испортили. Мы же теперь замерзнем здесь. Так отключите свою машину. Нет, это работа всей моей жизни. Взять их. Помог, доктор Джилли? Нет, это еще не все. Ты заразила меня своей простудой, и ты... Теперь никто не назовет тебя Снежной Королевой, Кловер. Ты согрела всю планету. Нет, нет. Посмотрите на него. Теперь его можно поместить в парк скульптур из льда. Точно. Тоже мне. Беверли-Хиллз, старшая школа. Как мило, что Кэмбо прислал нам эти рубашки, правда? Он не огорчится, что статья не выйдет. Он рад, что к ним вернулось тепло. Ой. Это Дэрил. Он пишет еще одно стихотворение. Я сейчас. Куда ты? Поболтать с Дэрилом. Ты же сказала, что он старомодный.
Мне надоел этот холод, мороз. Я больше не хочу быть снежной королевой. Я хочу погреться. Что? Привет, Дэрил. Кловер. Дэрил, ты извини, что я так ответила тебе вчера. Давай куда-нибудь сходим. Извини, Кловер, но у меня очень плотный график. Эй, Дэрил, ты не понял? Я научилась играть в шахматы. Авторы сюжета и продюсеры Винсент Шавлон Демерцей, Дэвид Мишель. Режиссер Стивен Берри. Автор сценария Дженни Квинн.